Дорога – объект повышенного внимания. Особенно опасной она становится летом. Это связано с увеличением на Кубани автомобильного трафика и школьными каникулами, во время которых сотни детей, не занятых учебой, становятся активными участниками дорожного движения. Ежегодно летние сводки по происшествиям на дорогах отражают нерадостные картины. Количество ДТП увеличивается в разы. Потому освежить знания по правилам дорожного движения у школьников в этот период особенно важно. Школы Славянского района совместно с ГИБДД активно участвуют в краевой акции детской дорожной безопасности. В ее рамках проводятся занятия, на которых детям в игровой форме напоминают правила поведения на дороге. Один из таких уроков провели в 29-й школе станицы Петровской для 150 ребят, посещающих летнюю школьную площадку. С тем, что сейчас очень плохая оперативная обстановка, как плохая, сложная. Дети мало что знают, родители не всегда их могут в связи со своей занятостью научить всему. Вот наша задача – помогать им знать хотя бы элементарные правила. Школа безопасности состояла из ряда интересных для ребят станций. Командам нужно было показать свои знания в названиях дорожных знаков, правильно собрать аптечку, вспомнить лекарственные травы, которые растут в нашем регионе. Кроме того, с детьми провели практическое задание, обучающее правильно переходить проезжую часть. Я узнала, как правильно переходить дорогу. Узнала, как называются знаки. Нельзя перебегать на красный свет. Что нужно смотреть сначала направо, сначала налево, потом направо. И можно только ходить по пешеходному переходу. Правилам дорожного движения детей обучают с самого раннего возраста. Но чтобы минимизировать детский дорожный травматизм, их соблюдение необходимо довести до автоматизма. Подобные соревнования как нельзя лучше помогают справиться с этой задачей. Завершился урок викторина награждением победителей, которыми, к слову сказать, оказались все участники. А призами им стали листовки с правилами пешеходов. Хорошее настроение, а главное – укрепление знаний по безопасному поведению на дороге. Мария Климова, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».